Всем привет, ребята! И сегодня я хочу сделать обзор на такой вот интересный циркуль-линейку от торговой марки Helix, которую я лично хочу использовать для рисования мандал. Он у нас в форме круга. Внутри есть отверстие для начертания линий. Вижу центр в точке 0. По всей окружности линейки нанесены градусы. И благодаря этому мы можем провести линии под нужным нам углом без транспортира. Еще тут есть отверстия, которые идут от центра к внешнему краю линейки, с помощью которых мы можем чертить окружности нужного нам диаметра. Помимо них есть еще круги, но только по одной из окружностей. Не знаю, возможно, при рисовании мандалы в черновом варианте они пригодятся. Давайте опробуем эту линейку и посмотрим, как она вообще работает. Естественно, к этому инструменту нужно приноровиться и привыкнуть. А сейчас давайте нарисуем с помощью этой линейки циркуля мандалу. We'll be right back.
Ну что, пока этот инструмент мне пригодился только для разметки. А дальше я привычно взяла линейку и циркуль. По идее, если вы не рукожоп, как я, то вы с легкостью сможете начертить что-то интересное. А я говорю всем пока и удачи!